Дата проведения традиционной манжосовской лыжной гонки переносится. 51-е по счету соревнования должны были пройти 31 декабря в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Но из-за аномально теплой и бесснежной погоды, установившейся в московском регионе, их придется провести в январе. Все лыжники, прошедшие заранее регистрацию, остаются в списках участников, заверил глава округа Андрей Иванов.